Всем большой привет! Продолжаем наши утренние тренировки. И сегодня выполним комплекс на ноги и ягодицы. Первое упражнение – ходьба в приседе с резинкой, которую вы можете приобрести в любом спортивном магазине. Выполним прыжки из приседа с резинкой. Повторяем 20 раз. Третье упражнение – махи согнутой ногой в сторону, сидя на четвереньках. Выполняем 15 повторений на каждую ногу. Следующего упражнения нам понадобятся гантели. Выполним мертвую тягу 20 повторений. Завершим этот комплекс, выполнив махи перед собой. По 15 повторений на каждую ногу. Этот комплекс поможет укрепить ваши ножки и сделать ягодицы более подтянутыми. С вами была Вербицкая Полина. Всем пока!